В последнее время на территории Жамбылской области участились случаи горения сеновалов. По итогам 8 месяцев текущего года всего зарегистрировано 86 случаев их возгорания. В результате пожаров уничтожено 1224 тонн сена. Ущерб от пожара составил 8 956 тысяч тенге. Причиной возгорания сеновалов чаще всего становится детская шалость или неосторожное обращение с огнем. Об этих и других фактах рассказал на брифинге начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области Максат Акимбаев. Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем, явление, к сожалению, нередкое. Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Их неудержимо манит к этому чудо природы. На территории Жамбылской области за прошедший период текущего года зарегистрировано 2 случая с гибелью детей в огне. В целях профилактики детской шалости с огнем департамент по ЧС области провел 9 акций, на которых среди детей и учителей была проведена большая разъяснительная работа по данной теме. Руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС рассказал о различных причинах возникновения пожаров и о проводимой департаментом по ЧС Жамбылской области профилактической работе, о мерах по предупреждению пожаров. Напомнил также о том, что в случае выявления умышленного поджога нарушитель привлекается по статье 204 Уголовного кодекса РК за уничтожение или повреждение чужого имущества. Представители средств массовой информации, в свою очередь, получили ответы на интересующие их вопросы. Кулеш Умурзакова, Ислам Хамшабек, Азамат Бискенов, 77 News.